Ну, в плане его здоровья, конечно, у него восходящий Скорпион, планета смерти и разрушения, вместе с Марсом, поэтому он такой рыжий бородой. Считается, если восходящий Марс на асценденте, то у человека рыжесть, рыжая борода, и вообще, если Скорпион, то в худшем случае это Скорпион связан со смертью, это убийца, да. То есть, ну и своей жизнью он точно своей смертью не умрет, да. Ну и черная луна у него в знаке Тельца, это, конечно, дань, которая платит ему Россия, 1 миллиард долларов в год, в этом году вообще 5 миллиардов, да. То есть это он все время, получается, фактически грабит население, свой чеченский народ. Ну и луна в рыбах, да, луна в рыбах — это почки, конечно же. Ну и, конечно же, у него очень сильно разбита поджелудочная железа, у него сахарный диабет, а сахарный диабет бьет по глазам, поэтому у него плохо со зрением. Вот я вам клиническую диагностику организма Кадырова, я делаю всегда диагностику, значит, в натальных картах, в гороскопе здоровья, поэтому, дорогие друзья, обращайтесь, ссылочка под описанием этого видео, да, либо переходите на сайт latros.com.ua. Ну, по крайней мере, по нему видно, поджелудочная железа, удар по почкам, ну и он не жилец, да, и, конечно же, самое главное, что транзит планет, буквально вот, который был у него еще в январе-феврале месяце, у него был жесткий аспект Нептуна, планета отравлений, и он был отравлен в Москве, в Кремле, на одном из сабантуев был отравлен, после чего пришлось покинуть, значит, и уехать в Дубай, как я и предсказывал, мой прогноз сбылся. Я всегда говорил, что последние дни своей жизни, значит, Кадыров будет проводить в Дубаях. И, возможно, значит, час его уже пришел, возможно, он знает, что осталось ему недолго. По крайней мере, он может вместе с Путиным, как и Путина не станет, так и сразу его не станет одновременно, примерно, да, в те же самые сроки, да, покинуть этот мир, либо в конечном итоге сбрить бороду, да, и сделать пластическую операцию. В любом случае, к сожалению или к счастью, дни, значит, Дон-Дона сочтены, поэтому осталось ему жить совершенно недолго, максимум пару лет.